мы будем меры применять. Конечно, нужно понимать, что операции с валютой несут риски. Работа сложная в процессах судебных исков. Мы ситуацию держим под контролем. Банк отвечает за деньги вкладчиков и кредиторов. Мы ситуацию держим под контролем. Банк отвечает за вкладчиков и кредиторов. Есть основания полагать, что дефицита удалось избежать. Есть основания полагать, все, что могу на эту тему сказать.